Привет, друзья! Немножко вам поснимаю отель, где мы остановились. Вот такой бассейн есть, даже с джакузи. Воду потрогал, достаточно холодную, может, к обеду она и разогревается. Вход в апартамент находится с левой стороны. У апартаментов есть своя парковка. Но парковка, сразу скажу, вот такая она. Маленькая парковка. Всего на где-то на 5-6 автомобилей. И если один поставит не очень хорошо, ну вот как вот в начале там BMW припарковался, то другим соседям будет достаточно сложно припарковаться. Ну, еще немного покажу вам фойе отеля. Ну, вот фойе отеля. Вот так неплохая зона для отдыха. Смотрите, парковка сейчас уже практически пустая, а к вечеру она тут прям заполнена автомобилями. Такая тоже для такого отеля, я считаю, небольшая парковка совсем. Друзья, очень красивая набережная. Вот наш апартамент находится на втором этаже. Вот такой пристройщик здесь небольшой, двухэтажный. Плюс этих апартаментов то, что над тобой никого нет. Внизу, в принципе, ничего не работает, поэтому не шумно. Единственное, конечно, звукоизоляция достаточно плохая. Потому что вот сегодня ночью соседи вставали в 4 утра, что-то собирались, уезжали, видно, рано. И поэтому было достаточно шумно. Но я уже по традиции в отелях, те, которые мы ездим, снимаем, я сплю в берушах. А вот же, то есть я поэтому, в общем-то, ночью не просыпаюсь. А жена... Сегодня ночью, говорит, спала плохо из-за этого как раз. Вот так, такой отель, отель Монмартр. Плюс этого отеля, я считаю, в данный момент это просто превосходный завтрак. Завтра я вам его сниму. Завтрак просто шикарный. Ну и плюс его, это рядом с морем. Апартаменты, все апартаменты с видом на море. И до моря прямо, друзья, рукой подать. Погода сегодня шикарная. Сегодня едем в Сан-Марино, в отдельное государство. С беспошлинной торговлей. Так что нас ждут еще много увлекательных путешествий. Ну вот еще раз отельчик вам сниму.
Римини порядком 6 километров, причем все это прогулка вдоль набережной, то есть набережная красиво оборудована, явно чувствуется какая-то рука дизайнера, то есть очень красиво оформлено. Если по набережной есть зону отдыха с бесплатным Wi-Fi. Очень приятная. Зелени очень много. Так что прогулка по ней, в принципе, если будет время, можно прогуляться и до того же самого Римини. Ну, вот даже чуть-чуть вам сниму сейчас эту набережную. Вот видите, тут отдельная велосипедная дорожка. Вот она, скажем так, ограничена. Другие плитки. И вот пешеходная дорожка. И вдоль вот всей набережной вот идут такие интересные всякие разные растения. Так что, в принципе, даже прогулка по набережной уже так будет интересно. Ну и много всяких разных отелей по дороге, ресторанчиков, магазинов. Сейчас не сезон, поэтому достаточно их немного функционирует, работает. Но мне вот лично такая ситуация даже больше нравится. Ну все, друзья, тогда встретимся в Сан-Марино. Все, пока. Еще раз. Море, красота. Друзья, это октябрь. 5 октября. Ну вот, друзья, мы подъехали к замку, где сидел в тюрьме Калиостро. Такой вот замок есть недалеко от Римини, ну где-то езды минут 40. И вот мы сейчас здесь. Тут небольшой городок исторический, центр старый, и тоже по нему прогуляемся. Кстати, он открыт, этот храм. Ой, смотрите, какие горы интересные, а. Слушай, как круто. Аня, иди сюда, тут вообще горы такие интересные. Прям вообще. Шикардос. Ага, необычные такие. То есть вот это стекало по этим горам.
она себя ведет. Вот видишь, вокруг это улетает. А потом они, кстати, потеряли его на несколько минут. Она его куда-то наверх отправила. И искала потом, куда она его отправила. Он куда-то улетел у нее. Потому что там горы, и вот у нее скрылся. Ну нет, нашли потом все-таки. Ну да, дрон — это такая штука. Это же все дистанционно. Если он, например, за гору залетит, все, у тебя связи не никакой, будет. И он упал, и его ищи там свищи. Так что эти дроны. Ну, видишь, здесь сытый Лео. Да, это город же твоим тоже называется Сан-Лео. За родину написано. Ага, с 15 по 18, 40 по 45. 40-45, да. Видишь, периодически народ с ума сходит в какие-то годы. Да, это, знаешь, ничему история не учит. Нет, абсолютно. И то, что сейчас творится, то же самое. Ничему это. Такая же. При том, что мы видели пенсионеров, да, вот этих вот, ну, дед мой, там, кто воевал реально. И рассказы я постоянно слушаю. Богу, в большинстве своем они не дожили до этого времени. Ой, слушай, да. Это да, для них это же вообще... Удар какой был бы для этих людей. Это все вроде одно, да? Одно. А тут друг с другом это же... А я, знаешь, что не забуду? Мне дед в свое время рассказывал. Он как раз фронт украинско-белорусский был. И он говорит, у них один в роте запел песню... Сейчас я скажу. Белоруссия родная, Украина золотая. Ага. И командир к нему говорит, подходит и говорит, ты чего поешь? Что значит золотая? Как это ты так? Это значит, Беларусь у тебя одно государство, а Украина другое? Да ты что, с ума сошел? Вот представляешь? А-а-а. И ему бы вот сейчас, вот в это время, да? Ну да. Это было бы ударом, конечно. Как красиво. Немножко дымка туманная, но все равно очень хорошо. Да. Имеешь в виду облако такое необычное? Ну, это скорее всего, это даже траву просто они. Траву сажали и обрабатывали. То есть использовали для этого. Для скота. Погода отличная. Даже слов нет. Вся Италия такая красивая. Да, я и хочу сейчас. Я только маленький сниму это.
тоже это, красоту тарелки. Нет, тарелки действительно красивые очень. Там лестница, по лестнице. Ага, по лестнице. Вон тоже бичи. Ага. О, какой-то этот. Данте. Интересно. Это Данте. Данте, да? Да, стоп, может... Ну, вообще на Данте похож, судя по носу. Вообще Данте это не был в таких одеждах, это же это кардинальская одежда. Ну, вообще я тебе могу сказать насчет Данте, что вот как раз он в Равенне умер, Данте. А. Сейчас. Именно вот это вариант. Слушай, а запах какой, да? Ага, слушай. Красота. Видишь, как это между хвойных башен. Ага. Замок. Ты хочешь пакет? Да, давай посмотри. Да, тут тоже вид не хуже, чем, наверное, сверху. А, интересно, да. Интересно. Все прям видно, да, где мы там были. Вон. Может, там... Где смотровая площадка, вон там. Этот, колонна какая-то стоит. Ну да, вот эти погибшие. А. Здесь, кстати, вот именно на трекинге хорошо их ходить, вот на таких накалах. Прям да. Главное для трекинга, станции. Хорошо здесь, хорошо. А вы в Венеции брали гондолу? Брали, конечно, да. А ну, что, то есть, слушай, стоит того или нет? Конечно. Вы по гранд-каналу или так просто? По гранд-каналу, да. А, чисто по гранд-каналу, да? Да, и по гранд, и, ага, и там он маленький. Заезжает еще на... Он же выезжает, получается, мы брали его... Мы продуманные, мы взяли его, ага, где вот улицы маленькие.
И он все равно идет на Гранд Канал, получается. Ага. Вот у нас была такая большая достаточно экскурсия. 100 евро на пятерых отдали. Вот. Может, 80. Я сейчас могу наврать, потому что я уже не помню. Что-то нет, 100 евро, это я загнула. Нет, почему? Такие цены, да. Вполне, да, да, там... Я читал, там 80, и, по-моему, да, 80 тоже фигурирует. 80, там. Да. Либо 80, либо 100, да. Угу. 100 тоже там есть. Ну вот. Там что-то какая-то... Все зависит от того, видимо, какая... Ну да, да, длительность там немножко. Ну, у нас вот получасовая была. Такая хорошая получасовая. И вот там он тебе все расскажет, это кандалер, что... Кандализм, конечно. Я кинь, валидел. Валян, жики ты дарам, аня, аня.